воротам. Ворота. Даладзе обладает сильнейшим ударом. Мнений нет. Карл Сейс, Сиена, вратарь Карапенти, второй Брауэр, третий Гоппе, четвертый Шиллинг, пятый Курбюрайт, капитан команды. Вот атака Карл Сейса. И это самая реальная возможность. И Юрген Раб упускает на первой же минуте возможность в красивом падении, в прыжке головой послал Юрген Раб, 10 номер, он на ваших экранах мяч. Курбюрайт получает передачу. Приблизился к штрафной, но будет бить, наверное. Опасное положение, удар по воротам. Прямо во вратаря. И Габелия четко парирует удар. Мяч посланный Курбюрайтом. Опасно атаковал сейчас капитан Карл Сейс. Удар по воротам. С каждой минутой игра все больше обострится. Гуцаев, Шиллинг перед ним. Проскочил Гуцаев Шиллинга. Проскочил здорово. Ну, удар по воротам. Аплодисменты в адрес Владимира Гуцаева. Он протолкнул на мяч между ног Шиллинга. Их и Занишвили подключили. Все футболисты, кроме вратаря Габелия на половине, Карл Сейса, Сулаквилидзе, удар воротом, низом. И в падении Крапентин забирает мяч в руки. Мяч Брауэром выбит из штрафной. Затем Гоме. И пас вперед. Хорошая атака наметилась на ворота Динамо Тбилиси. Грабе успеет. Да, успел к этому мячу. Удар воротом, гол. Не обошлось без ошибки. Вот промахнулись защитники. И Шенгелия развернулся, идет к воротам, приблизился, прошел одного. Отличная передача. Ну, удар воротам, гол! Гол! Володя, Гуцаев, молодец. Шенгелия тут сыграл отлично. Из-под острого угла Владимир Гуцаев низом, ближний от вратаря угол. Владимир Гуцаев снова начинает атаку. Пас Шенгелия, ну, удар воротом. Вот так надо играть. Поклонники тбилисского «Динамо», группа болельщиков из Тбилиси, успокаивает футболистов на ударах Халкадзе. Правильное решение. Караселия. Вошел в штрафную. Ну, можно бить. Обвел второго. Удар воротом. Гол! 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 Виталий Тараселья за 3,5 минут до конца встречи забивает мяч в ворота Карл Сейса. 2-1. Вот великолепно. Двух обвел. И низом правый нижний от вратаря угол. Майер, Ганс Майер. И вот финальный свисток.